В Госдуме рассмотрят законопроект об усыплении агрессивных бездомных собак. Эту инициативу предложил губернатор Оренбургской области. Что думают об этом воронежцы, узнаем сегодня. Есть ли в Воронеже проблема с бродячими собаками? Да, тревожит эта тема, но в то же время очень жалко этих собак бродячих. Как вы думаете, как ее можно решить, эту проблему? Ну, я думаю, что нужно создавать приюты для бродячих животных. И сейчас я заметила, животных стерилизуют, отлавливают, стерилизуют, чипируют или там клипсуют. Я не понимаю, что это значит, как это, но вижу, что у них на ушах что-то есть. Я считаю, что вот это тоже неплохо. По крайней мере, чтобы они не размножались, не сбивали стаи. А как вы думаете, вообще проблема бродячих собак вот в Воронеже, она большая? Большая. Она есть? Есть и большая, да. Потому что, ну, в большинстве случаев бросает хозяин. Потом вот начинает спрашивать. У меня вот, не буду фамилии называть, судья. Она работала в областном суде, сейчас на пенсии. Ну, еще молодая довольно-таки. Бросила просто собаку, и все, из-за того, что она гадит во дворе. Это ей не нравится. Замечали вообще проблемы бродячих собак в Воронеже? Да, замечала. Вот я работала, когда около парка Танаис. Там вот они бегали, когда после того, как аттракционы снесли. Даже как бы там и с ребенком страшновато было, и кофе попить. Но не трогали, просто как бы они стаями там бегают. Торговцев там сносили, прям стая пробежала, там дядечка сидел с молоком, они вообще снесли. Но в центре здесь, вот живу в центре, сейчас работаю в центре, не замечала. Да я думаю, что есть. А как она проявляется? Вы замечали ее где-то? Ну, бывает. Там вон на мусорках бегают. Как вы думаете, как можно решить проблему с бездомными собаками? Ну, я считаю, что там питомник-то есть. Можно отлавливать и туда отправлять. Как вы считаете, есть вообще проблема в Воронеже? Я не встречала, честно скажу, но не дай бог такая проблема, это ужасно. Я бы избавлялась от таких собак. Какими методами? Вот губернатор Оренбургской области предложил усыплять их. Вы за этот закон? Наверное, это было бы гуманно, чем просто пинать их ногами. Как вы считаете, в Воронеже есть эта проблема? Ну, думаю, да. Вы сами встречались, то есть, с бездомными, злыми собаками? Ну, не таким прям, чтобы прям злые, да, ну, стаи, да, есть, бегают. Как вы думаете, как можно решить проблему с бездомными собаками? Ну, вот чипировать, наверное, как-то, либо какие-то приюты открывать. А сейчас в Госдуме рассматривается законопроект. Предложил его губернатор Оренбургской области. Он хочет усыплять всех бездомных собак. Как вы к этому относитесь? Я против. А вы слышали, сейчас губернатор Оренбургской области предложил усыплять бродячих собак. Как вы к этому относитесь? Нет, это недопустимо. Нет, я отношусь к этому очень негативно. Почему? Ну, потому что они бывают агрессивные, но я считаю, что все-таки, вот если она родилась, значит, она имеет право на жизнь. И отнимать ее... Нет, нет, никак не поддерживаю. Слава богу, что это только законопроект. Может быть, закон так и не примут. Губернатор Оренбургской области предложил усыплять бездомных собак, и этот законопроект уже рассматривается в Госдуме. Как вы к этому относитесь? Ну, я не могу это решать. Каждый хозяин должен об этом заботиться, который бросает. Зачем задавать себе вопрос, зачем ты вообще тогда... брал этого щенка, там, ну, не знаю.